Может, не сегодня. Так можно всю жизнь откладывать. Значит, сегодня. Привет, я Тоня. У меня очень большая семья. Ну, как бы по сегодняшним меркам. У меня 3 брата и старшая сестра Соня, которая очень любит всеми нами командовать. Сегодня у наших родителей 45-летняя годовщина свадьбы, и мы все собираемся сегодня у них дома. А вот, кстати, Соня, которая, как всегда, лезет не в свое дело. 45, Тоня, 45. Это сапфировая свадьба, а ты торт. Сонь! Я могу вообще что-то сказать? А вот, кстати, я. Ладно, понятно, говори ты. Снова. Сонь, ну а что я еще могу подарить? А торт красивый, вот написано. 45-летием свадьбы, и розочки везде такие. Ага, я что, должна сапфиры дарить? Не бы дожить до такого возраста с моим счастьем. Сонь, у меня телефон упал. Да не игнорируй я тебя. Конечно, мы можем собраться нормально, как да, можем. Ну вот. Хорошо, что Соня этого не видит. Тонь! Мой брат Егор, бедненький. Теперь ему придется выслушивать Соню. Представляешь, Тоня бросила трубку. Нормальные люди сначала здороваются. Перед тем, как погрузить остальных в свои проблемы. Между прочим, это не мои проблемы, а наши общие. И если ты еще себя считаешь частью нашей семьи, то... Сонь, мне некогда. Если что-то надо, то Марише скажи. Нет, Егор, пожалуйста. Алло. Привет. Привет, Марин, я просто хотела узнать, а что вы будете дарить родителям на юбилей? Ну, мы могли бы скинуться. А тебе не кажется, что ты немножко поздно опомнилась? У нас уже есть подарок. Сервиз. Почему синий? Белый? Ну, сапфировая, сапфировая. Мариша, не видела папку? Чего? Сейчас. Сонь, а? Алло! Алло! Алло, Сонь! Чего молчишь? Соня! Сонь! Странно, слушай, трубку положила. Мариш, я опаздываю. Так, значит, смотри, мы с детьми выходим ровно в 5. Встречаемся там. И только, пожалуйста, не опаздывай, а то твои родители скажут, что это я во всем виновата. Когда они такое говорили? Ну, подумают. Ты же не хочешь сказать, что не подумают? Все, готов. Егор! До встречи. Сашка, пока не съешь, планшет не получишь. Все в порядке? Ты какая-то сама не своя. А? Ну, что-то случилось? Нет, просто не знаю, что подарить родителям. Мне кажется, главное, что вы все вместе соберетесь. А подарок? Ну, что подарок? Да. Какая разница?
Боже, на кого я похожа. Пойду приведу себя в порядок. Давай за маму. Давай. Ну, вот умница. Самый легкомысленный в нашей семье мой брат Игорь. Я почти уверена, что он вообще забыл про подарок родителям. А ты куда? Оставайся. Угу. Оставайся, знаю я тебя. Я что, тебя когда-нибудь осуждал? Не в этом дело. Забудешь, что я у тебя тут, и позовешь другую девицу. Когда это такое было? Ладно. Это было один раз, и я 100 раз уже прощал. Старайся. Ну, перестань. Я на работу опоздаю. Тебе тоже надо собираться. Твоих родителей сегодня юбилей, помнишь? 45 лет свадьбы. Подарок, надеюсь, купил. Обижаешь? Лер, а ты не помнишь, куда я машину припарковал? Мужчина! Да, Игорь. Приехать? Срочно? Вопрос жизни и смерти. Нет, Сашуль, поищи, может, закатился куда-нибудь. Ты с ума сошел? Это уже слишком. Ну, мы все давно уже обсудили. Не все. Закроешь дверь, я буду ждать. Слушай, у меня же муж. Его же дома нет. Он вышел, я дождался. Ну так что? Где она? Вот только не надо. Я хочу ее видеть. Я об этом и говорю. Ты только и делаешь то, что хочешь. Сегодня одно, завтра другое. О-о-о. Ты меня ни с кем не путаешь. Я ни от чего не отказывался. Забыла? Я просто хотел подумать всего-то. Поздно, не актуально. Или все, или ничего, да. Что ты делаешь? Не надо. Нет. Она же и моя дочь тоже. Как ее зовут? А что здесь происходит? Так, я не знаю. Вы, наверное, Егор Леонидович, а я Катя. Мы теперь вместе будем в этом кабинете. Кто? Ой, я ваш новый руководитель подразделения.
было принято решение разместить нас обоих в этом офисе, потому что он большой, светлый. Несите. Егор! Слушай, слушай, не думай, никто у тебя твоей должности не отнимает. Зарплату тебе не урезает. Понимаю, обидно, что пришла какая-то из детского сада, а ты проработал тут 10-13. Слушай, ну это личная просьба главного. Она ему какая-то родственница, сам понимаешь. Значит, это простая формальность? Да, совершенно верно. Ну вот, а ты переживал. Все ведь хорошо, Вань. Твои родители точно ничего не заметили. Я, по-моему, разбил все-таки ту тарелку. Ой, даже если так, на счастье. Подожди. Ну ты же понимаешь, что сегодня нас ждет еще кое-что похуже. Мы можем отложить. Нет, нет, лучше. Лучше сразу в воду или вообще никогда. Почему никогда? Подожди, ты хочешь сказать, что твои родители подумают что-то не то, или я им не понравлюсь? Да нет, с моими родителями все хорошо, дело не в них. Просто у меня есть еще другая куча родственничков, которые... те еще. Ну, теперь я переживаю, даже ладони вспотели, ну. Не волнуйся. Может быть, сегодня будет все по-другому, то есть не как всегда. То есть, а ты многих так знакомил? Ну, до меня и... Я не мазохист, я таким не занимался. Ну и теперь бы не стал, просто... у нас все по-другому. Подожди. Во сколько у тебя зачет? Скоро. Пойдем. Ваня у нас самый младший и самый ответственный. Она не пошла с тобой? Что? Девушка стоит там? Посмотри. Брюнетка вот эта? Да. Ну? Значит так, ты можешь ее отвлечь, пока я буду выходить? Ты что, издеваешься? Я к тебе через весь город на автобусе ехала. Сказала про жизнь и смерти, как минимум. А ты свою бывшую подружку, судя по всему, боишься? Чтоб она твою драгоценную физиономию не расцарапал. Тонь, подожди, подожди. Это и может быть вопрос жизни и смерти. Она-то бывшая, просто она еще об этом не узнала, по крайней мере, от меня. Тонь, ну эй! Тоня, ну ты можешь мне помочь? Последний раз. Я не могу выйти, пока она там стоит. Хочешь, чтобы я опоздал к родителям на юбилей? Окей. Сейчас кто-то заходил. Что? Мне кажется, или я видел с твоей прошлой работы? Борис, кажется, да? Я уже 100 лет ни с кем из офиса не встречалась. Наверное, показалось.
А кто в офисе занимается составлением договоров? Послушайте, ну неужели нельзя как-то по-человечески? Зачем? Что значит зачем? Я имею в виду, зачем вам все это знать? А. Я собираюсь работать. Вы ведь меня совсем не знаете. И делаете какие-то непонятные выводы. Ну почему же? Очень даже понятные. Я проработал 13 лет в этой компании. Эту должность получил 2 года назад. Вы жену сами можете подсчитать. То есть, если у вас было долго и сложно, так должно быть у всех, да? Нет, я просто считаю, что все должно быть справедливо. А теперь, извините, мне необходимо работать. Теперь, я так понимаю, за двоих. Доедай. О, какие люди. Здорово. Ничего себе ты вымахала. Может, теперь ты меня будешь в воздух подбрасывать? Давай попробуем. Давай. А где Соня? В ванной. И расслабиться надо. А, ну да, она очень напрягается, потому что ты растишь сам детей. Так, между прочим, я все слышу. Саш, чем ты занята? Почему вы еще не собрались? Слава. Сашка, пошли. Привет. Обувь сними. Соня. Да. Слушай, а такой вопрос. Как ты думаешь, родители заметят, если меня сегодня не будет? С ума сошел? Да не, я чисто гипотетически. Так, чисто гипотетически, я тебе голову откручу, если не придешь, понял? Ладно, приду. Так, ты подарок приготовил? Ну, блин, что еще, подарок надо? Ну, вообще-то да. Можешь ограничиться членским взносом в размере 50%. 50% от чего? Поехать, кстати, тоже можешь с нами. Соня, у меня вообще-то дела еще сегодня. Жди. Не кисло. Пойдем в машину. Открой дверь мне, пожалуйста. Угу. Все, садись, сиди. Ну и где твоя сестра? Я же сказала, в час выезд. Ничего не хочешь мне сказать? Что ты сделала с волосами? Не парься, краска через неделю смоется. Ты не могла это делать после того, как мы вернемся от дедушки с бабушкой? А то не скажу, что это я тебе разрешила. Ну да, они именно так и скажут. Мы поедем или нет? Можешь не копаться в телефоне хотя бы за рулем? А чего ты ко мне сел? Сам не мог доехать. Ага, знаю я тебя.
Хорошо, что мне Соня позвонила, и я успел тебя перехватить. Ой, ладно, Егор, никто бы не заметил моего отсутствия. Мы не так часто собираемся всей семьей. С тебя не убудет. Нет, все в порядке, я уже еду. Угу. Не передумала? О! Первые гости подъехали, иди встречай. Mm-hmm. Я переоденусь. Мамуль, привет. Давай, давай. Папа, привет. Папа, привет. Пойдем. Мама, папа. Где коробка машины? Почему никто не принес? Егор, неси коробку. Неси коробку из машины. Все, не трогай. Привет. Да-да-да. Аккуратно. Вот, на стол поставь. Ну что? Привет, Сонь. Хорошо. Так. Ты что, надпись-то по дороге, что ли, съела? Дорогие родители, поздравляем вас. Это от меня тоже. А что это? Ну, это очень может пригодиться. Наверное. Ты аккуратнее не разбей. Оно не бьется. Это оно. Я знаю, что там. Ну, пока ребята разворачивают свой, вот это вам от нас. Спасибо, но вы напрасно все беспокоились. Главное, что все приехали. Сюзелин вас, мама и папа. Ну, как так? Долго ты над этим вот думала? Соня, верни мне половину. Вы просто ничего не понимаете. Что это за народное творчество? Это инородное творчество. Это символ долгой... И жуткой. Долгой и счастливой жизни. Спасибо. Угу. Ну, а... Что там у тебя? Это я по пути в машине рисовала. По памяти. Вот, лучше бы ограничились Сашкиным рисунком, потому что с этим вот я бы не рискнула одна в комнате остаться. А если бы он предложил тебе с ним замутить? Ты лучше вот тортик свой в холодильник убери. Не, ну тортик-то мы съедим и забудем, а вот это вот... Просто мы, конечно, не такие изобретательные, как некоторые, но зато вот это вам прекрасный китайский сервис. От китайских партнеров. Соня, так, давайте все за стол. Да, мам, правильно. Да, давайте, пойдем. Возьмите уже. Ярик, этот сервиз Егору в прошлом году китайские партнеры подарили. Это из разряда «давайте подарим, что нам не нужно, может быть, это еще кому-нибудь будет не нужно». Сонь, ты со своим истуканом лучше вообще молчи. Ага. Помоги мне. Давай селфи запилим. Маша? Я тебе сейчас дам, Маша! А ты у меня ревнивая. Ну что, как зачет сдала? Да? Ну что, можем ехать? Может, отложим? Ну, у них такой праздник, а тут мы. Вдруг я им не понравлюсь? Я же говорю, лучше сразу в воду или вообще никогда. Как никогда? Ладно, я шучу. Я тебя в обиду никому не дам. Пойдем на автобус, а то опоздаем. Это Аня. Очень приятно. Аня, это мои родители и ниже служить. Проходите. Поименно, если начнешь всех перечислять.
Проходи. Давайте двигаемся туда. Да-да-да, и бокалы тоже. Тарелки. Присаживай. Привет, там. Пап. Да, и стаканы. Ян, молодцы, садись что пришли. Давай, приходи. Давай тарелки. Угу. Держи. Так, передаем тарелочки. С праздником вас. Приборы. Оставь приборы туда. Угу. Давай. По-моему, нет. Так, ну вот мы собрались. У меня как раз созрел тост. Спасибо вам, мама, папа, что вы у нас есть. Потому что мы семья. И это сразу чувствуется. Будьте счастливы. И мы вместе с вами. Все, пора. Я хотела сказать... Так, так. Подожди, давай я. Нет, 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 я должна это сделать. Я хотела сказать, что мы с Леней, ваш папа и я, мы разводимся. Да, я выйду. Можно я выйду? Извините. Соня! Зубочистку вытащи изо рта. Ты знала об этом? Я нет. Должна была бы. Серьезно? Это потому что, как ты считаешь, у меня нет своей жизни? Заметь, это не я сказала. А у тебя на лице все написано. Слава, ты тоже это видишь? Не-не, я пас, я ничего говорить не буду. Опыт есть. Так, хватит истерить. Это я истерю? Ты себя вообще видела? Пойду-ка я Машку покормлю. Ну, договаривай. Ты что, мне надоело, что ты постоянно тычешь мне этим в лицо? Да, у меня никого нет. У меня нет ни детей, ни квартиры, ни мужа, ни нормальной работы. И что? Господи, сколько еще я буду это выслушивать? Ну, ты знал? Соня, успокойся. По-моему, и так понятно, что никто ничего не знал. Так просто. После 45 лет до свидания. Мы разводимся. Вообще ничего не понимаю. Мариша говорит, что она это предвидела. Можно хотя бы иногда не повторять все глупости, которые говорит твоя Мариша. Значит так, стоп! Мы должны собраться все и разработать стратегию. Мы же должны понять, что произошло. Где Игорь с Ванькой? О! А где твоя синеглазка? Сижу, жду ее. Сашка увела, игрушки показывает. Как-то по-дурацки все сегодня получилось. Да. Хотел всех обрадовать, что мы с Аней женимся. Классно, братан. Не забудь на свадьбу пригласить. Пойду с Егором посоветуюсь. Может, через Вену полетим. Ну что, кто будет с ними разговаривать? Егор, слушай, я посоветоваться хотел. Вот, может, через Вену мне полететь или все-таки прямой дешевле? Ну, конечно, самое время. Ты хотя бы сейчас можешь думать о ком-нибудь, кроме себя. В чем проблема? Ты что, издеваешься? Значит так, ты должен поговорить с отцом? Я? Нет. Я никому ничего не должен. У нас для этого Егор есть. Да я и сам думаю. А чего вы тут? Уходят по одному, никто не возвращается. Прям фильм ужасов какой-то. Можно тебя на минуту? Это насчет Яны. Что это было? Я зашла, и тут же все замолчали. Обо мне что-то говорили? Ты преувеличиваешь. Почему тогда такая тишина повисла? Обсуждали, что делать с родителями. Ну и что решили? Мне надо поговорить с ними.
Я думаю, что это даже не обсуждалось. Если что-то случилось, Егор. На все случаи жизни Егор. А тебе не кажется, что тебе пора делегировать свои обязанности? Если это, конечно, твои обязанности и твое дело. Ну, вроде как мое это дело. А мне кажется, что твое дело — это наша семья. Тебе вообще уже пора с Яной поговорить, если непонятно, что происходит. А твои родители уж как-нибудь сами разберутся. Ну, это, конечно, мое мнение. Ты поступай, как знаешь. Игорь, ты, кстати, Ваньку не видел? О! Кстати, насчет Ваньки. О, ты что тут киснешь-то, а? Меня Янка в комнату не пускает. Ух ты, какая Янка. Чиним или ломаем? Или как получится? Эй, ну и что? Пойдем со мной, я тебе сейчас кое-что покажу. Учти, ты увидишь первый. Да-да-да, никто этого еще не видел. Круто. Вот, смотри. Пока я сам не знаю, что из этого получится. Держи. А теперь с Ваней надо будет что-то решать. Я не помешал? Представляешь, Ванька женится. Ну и прекрасно, а в чем проблема? В чем проблема? А ты ее видел? Аню, это видел? Это не все, крокодил какой-то. Что? 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 Да что вы меня все затыкаете-то? Ну ты выступила. Я, пожалуй, тоже пойду. Что? Родители, не пойми что, он жениться собрался. Где Егор-то? Пропал куда-то. Значит так, я пошла к маме, а ты найди отца и поговори с ним. Ну, раз уж больше некому. Что случилось? Я все сказала, неужели недостаточно? Нет, ты ничего не сказала. Вы вообще с папой поставили нас перед фактом. Теперь я не понимаю, что нам делать. Вам ничего не надо делать. Ты прекрасно поняла, о чем я. Это твоя идея? Да, моя. То есть все это, столько лет вы прожили вместе, чтобы… Ты что, хочешь умереть в одиночестве? Я вообще не хочу умирать, дело не в этом. Ты что, устала? Хорошо, съезди, отдохни месяц, поживи в свое удовольствие. Разводиться-то зачем? Папа тут при чем? О папе я тоже подумала. Не похоже. По-моему, это эгоизм. Что, прости? Такой подход – это эгоизм. Ну, может быть, ты и права, но мне кажется, я это заслужила. А вы Ваньку не видели? Нет. Поговори с ней. Я здесь бессильна. Мам, не надо со мной разговаривать, не надо меня убеждать. Я не ребенок. А ведешь себя в точности, как ребенок. Мам. Тоже, милая, давай не сейчас. Ладно? С ума все посходили, вот что я об этом думаю. И
Ванька тоже. Чего он жениться-то надумал? Я что, она знаю, беременная, что ли? Я откуда знаю, что ты меня спрашиваешь? Нет, ну мышь же натуральная. Я искала Ваню. Я, наверное, пойду искать дальше. Ань, подожди, Ань. Ну, что такое? Хорошо. Что ты ей сказала? Я? Значит, Соня. Так и знал, что это плохая идея. Вот надо было сперва пожениться, а потом уже наши дети бы все рассказали или внуки. Я уже не знаю, что здесь происходит. Пойдем отсюда. Можно хоть раз в жизни продержать свое мнение при себе? Мечта у меня есть. Увидеть вот это чудо на дороге. Только так, чтобы ее никто не толкал и не тащил. А чтобы она сама ехала. Понимаешь? Сама. Сама? Угу. Она ж старая. Мама бы сказала, что все это хлам. Твоя мама сказала, конечно, да. А я верю. И вообще, я тебе должен сказать, женщины нас, мужчин, не всегда понимают. Да. Как и мы их тоже. А ну-ка, давай, пойди нажми, как я тебя учил. Ну. Какие-то проблемы с мальчиком. С мальчиком. Я его сегодня видела. Это уже далеко не мальчик. Ты вообще заметил, что с ней происходит? Ты видел, что она с волосами сделала? А где все? Не знаю. Все какие-то дела срочно образовались. А накрывать на стол это же неинтересно. Даже Марина этим займется. Соня пытается, осторожней, помирить родителей. Если они вообще ссорились. Ой, жаль, конечно, что мы теперь желтое блюдо им не подарим. Помнишь, которое тебе на Новый год подарили? Ой, оно было бы идеально на золотую свадьбу. Что теперь с ним делать? Ты вообще меня слушаешь? Я только сейчас вдруг понял, что все это реально. Не будет общих праздников, не будет каких-то... Послушай, это вообще никакая не трагедия. Многие так живут. Ну, сначала едет к отцу, потом едет к матери. Ну, конечно, это неудобно. Конечно, это требует в два раза больше времени и денег на подарки, но зато можно нигде не задерживаться. Во всем надо искать положительные стороны. Что ты такое говоришь? Какие положительные стороны? Послушай, ну только она сама в таком тоне говорит. Я ни в чем не виноват. Я просто пытаюсь как-то помочь тебе это легче пережить. Извини. Почему все такие упрямые, а? Упрямые люди. Да Слава запропастился. Тихо, не походи туда, тихо, не, туда, ты только не... Тут, блин, он меня по номерам вычислил. Не по... Так что ты несешь? Да я тут просто вляпалась. Да вечно собираешься. Ну, что смотрят? Так, успокойся, это не к тебе. В смысле? За кем подглядываешь? Слушай, я у тебя давно хотела спросить, у тебя случайно на работе плоттера нет? Чего нет? Плоттер, принтер такой широкомасштабный. Нет? Нет? А чья это машина? Да не знаю. Не, это к соседям, наверное. А ты отца нашел? Я... Пойдем вместе поищем, пойдем. Может быть, он, там, я не знаю, в гараже, может, нет? Не, ну, тут же часто. Я думаю, ты не смотреть на меня сюда приехал? Почему? Посмотреть тоже было бы неплохо. Ну, вообще-то, у меня созрел ответ. Не прошло и полгода. Мне от тебя уже ничего не нужно. А мне казалось,
Так. Егор, неси еще чашки, блюдца не хватает, слышишь? Да. Ты отца не видела? Я? Нет. А Соню? Mm-mm. Посмотри у детей. Ух ты! Ну, спасибо, дорогая. Да, слушай, с меня цветы. А ты, кстати, какие любишь? Разные? Ну, отлично. Да, все, созвонимся. Слушай, ты о Соне ничего не знаешь? В смысле? В смысле, у нее там кто-то когда-то в плане, ну, ты понимаешь? Нет. Егор, ну я ж просила, ну чашки, ну ничего не понятно. Ну, будем опять все самой. Ну. О чем-то вы? А, мы о тебе. У тебя что-то когда? Ну да, конечно. У нас другого-то повода нет друг другу косточки перемыть. Что я пропустил? Ой, наконец-то Егор пришел. Скажи, пожалуйста, ты собираешься с отцом разговаривать? Я думаю, не стоит нам вмешиваться в это дело. Ты думаешь ли, Марина? Я думаю. А ты, Соня, лучше бы... Давай, договаривай. У нас появилась уникальная возможность узнать, что о нас думает наш старший молчаливый брат. Не надо впутывать нас в свои грязные разборки. Между прочим, он только тебя имел в виду. Правда, Егор? Ну почему? Могу сказать каждому. И займись своими детьми, наконец. У тебя их двое, помнишь? Только Слава с ними и возится. Ну вот это, кстати, правда. Вот сегодня. Чем ты занимаешься, непонятно. Дома тебя вроде бы и нет. Славка и отецом, и мать. Егор. Она хотела это слышать. Посмотри на нее. Она же удовольствие от этого получает. Может, это форма мазохизма такая, не знаю. А ты хоть раз в жизни подумай о ком-то еще, кроме себя. Не все вертится вокруг твоего благополучного мирка. Егор, перестань ты уже. А ты, Тоня, сделай же, наконец, что-то со своей жизнью, а не нуди. Я не... Я не к тому, Соня. К тому, святой Егорий. Скажи, пожалуйста, а вот это сейчас твоя мысль прозвучала или... Я просто постоянно слышу голос Марины. Это не Марина, это я так думаю. Но это ты так думаешь. Ты, конечно, добрался до своей должности. Очень высоко забрался. Угу. Только знаешь, выше-то тебе не подняться. Потому что вот иногда нужно думать своей головой. Как хочешь. Можешь на улице подождать. Ой, Ванечка! Егор, скажи, пожалуйста, а что ты думаешь о нашем младшеньком брате? Перестаньте вы! Ребята, вы куда? Отсюда подальше. В смысле? А семейное чаепитие еще? Семейное чаепитие? Да тут вон уже вся семья развалилась. А сейчас все разъедемся, и что, когда в следующий раз увидимся? Через год! А может быть, оно и к лучшему. А то душно становится, когда мы все вместе собираемся. Так. Извините. Ничего. Вы к нам заезжайте, у нас чай вкусный. Что? Праздник удался. Ничего не скажешь. И что теперь со всем этим делать? Просто не представляю.
торт еще этот. Никто так и не притронулся. А может, нехорошо, что никто не попробовал. Редкая гадость. А, виза? Да, спасибо, что напомнила. Сейчас посмотрю. Я перезвоню. Черт. Ты цела? Да. Цела? Голова как? Нормально. Руки, ноги целы? Не сломала ничего? Нет. Слушай, ну как же так вышло? Велик. Что велик? Да я тебя не видел, понимаешь? Ничего, все нормально. Велик как? Да велик я сейчас, я тебя отвезу в больницу. Не поедем. Надо. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Черт, я на нем не доеду. Не дергайся резко, ладно, пожалуйста. Пойдем, я тебя отвезу. Конечно, не доедешь. Иди в машину. Поцарапалась? Угу. Меня можно просто до остановки довезти, нормально будет. Хорошо, садись. Извини. Знаешь, в конце концов, это очень даже хорошо. Что твои родители разводятся? Да, может быть, кому-то это и не нравится, но мне это полностью развязывает руки. Мне предложили стажировку в Германии, я отказался, думал, мама не поймет. А теперь? А теперь я пойду в деканат и попрошу, чтобы меня включили назад в списки. А я? Глупенькая, ну думаешь, я могу без тебя уехать? Нет, конечно. Перестань ныть. Есть хочу. Слава, сделай что-нибудь. Ну, чего ты кричишь? Есть хочешь? Угу. Сейчас что-нибудь придумаем. Ну. Ты куда? Мне нужно пройтись. Подожди, давай я Сашку покормлю и вместе пройдемся. Не надо. Нормально, я донесу. Нет, я сама. Да не надо, осторожно. Нет, нормально, я донесу. Тебе точно в больницу не надо? Все хорошо. Вы уезжайте лучше. Мариш, думаешь, она права была, Соня? Может, и правда, что я больше ни на что не способен? Может, это и есть мой предел на работе? Скажи, ну вот что плохого в том, чтобы быть на своем месте? Ну, что вот в этом плохого? Ничего. А Соня, как и всем остальным, пора научиться решать свои проблемы самостоятельно. Давай спать. Ну?
Ну и денек сегодня. Надеюсь, завтра будет лучше. Бумажки эти еще. Как я могла такую глупость придумать? Это как представить себе маму и папу порознь. Ну, а ты что смотришь? Лучше бы помог, философ. Я знаю. Я к тебе пришла. Ой, это мне. Блин, а меня уже в деканате ждут с документами на Германию. Уже? Да, я сам не ожидал, что так быстро все улажу, но мне еще кучу справок надо собрать. Ты чего? Значит, ты уже все решил, и ты не передумаешь, даже если кто-то будет против? Да мне все равно, что кто-то будет против. Это моя жизнь. Все, я побежал, а то очень опаздываю. Чисто теоретически, если кто-то кого-то случайно сбил на машине. Нет, да ничего не случилось, успокойся, я же тебе говорю, чисто теоретически. Нет, если никого никуда не вызывали и, ну, все мирно договорились. Ой, все, ладно, все, забудь, проехали. Все, Егор, я тебе говорю, чисто теоретически. Да нет, никого я не сбил. Все, и не вздумай никому рассказывать про этот наш разговор. Как я могу что-то кому-то сказать, если я сам ничего не понял? Игорь. Где они? Фу ты, напугала как. Я спрашиваю, где они? Вон. Ты же ему сказала, что все кончено. Вот он нашел тебе замену. Быстро, конечно. Яна, постой, пожалуйста. Постой, я все объясню. Яна, ну, стой. Ну, ты чего так долго ездила, а? Валерий Михайлович уже 3 раза спрашивал тебя. Так очереди везде. Там говорят, приезжайте через час, там говорят, приходите через 2, пусть сам ездит. Ты чего? Антонина, зайдите ко мне. Кхм-кхм.
А что, на сегодня все уже? Ну, как наши успехи? Один проект не приняли, не прошел. А я говорила, что так будет, и говорила. Почему? Но я его там на коленках подправила и... Подправили? А кто вам разрешил? Так после этого его и приняли. Приняли? Ну, покажи. Ну что, хороший проект всегда пробьет себе дорогу. Ну да, хороший. А вот этот вот... А вы сметы проверьте. А может... Ку-ку из Баку. Переезжаешь? Можно и так сказать. А как нельзя сказать? Меня выгнали из дома. Но это была не моя квартира, еще новая. Сидя здесь? Я думаю. Я уже кое-что придумал. Ты что делаешь? Похищаю твои вещи. Мне все-таки кажется, что это как-то неправильно. Так, я тебе 100 раз сказал. Если тебе будет неудобно, я уйду. Нет, этого точно делать не надо. Ну, отлично. Так, значит, телек, диван раскладывается, что, Wi-Fi без пароля. А, постельное белье. У меня есть постельное. Ух ты. Ну, вот видишь, ты совсем не, как ты там себя назвала, обременительный груз. Я ненадолго. Комнату сниму и все. Да, конечно. Как скажешь. Это меньшее, что я могу для тебя сделать. Ты мне ничего не должен. Может, я сама виновата. Ты как себя чувствуешь? Хорошо. Да, Сонь, что опять? Хочешь снова рассказать что-нибудь о моей никчемной жизни? Ну, а кто? Ты же у нас самый преуспевающий и счастливый человек в семье. У меня все получается, все. Это тебе кажется, что я несчастье. А я очень-очень доволен и своей работой, и своей семьей. Так я не понимаю, почему ты на меня кричишь? Я просто хотела узнать, ты родителям звонил? Во-первых, я не кричу. А во-вторых, нет, не звонил. Я считаю, что нам не нужно вмешиваться, они сами разберутся. Все, пока мне некогда. Аню не видели?
Извините. Одна в шоке. Что? Ты родителям звонила? Спасибо. Я не для этого тебя позвала. А для чего, интересно? Кто он? Да, только не надо такое лицо удивленное делать. Слушай, ты так мелодраматически говоришь «он», что даже смешно. А мне не смешно. Я не буду врать Славе, если он спросит. Если тебя вообще кто-нибудь спросит. Он уже спросил. Интересно, почему он спросил? Наверное, потому что ты дала ему повод. Что-то сказал? Ничего. Потому что ничего нет. Я просто не смогу. Я не смогу врать Славе. Ну, тут уж выбирай, кто тебе дороже. Может, они хотят, чтобы я ушел? Они думали... Мне не предлагали новое место? Предлагали. Но я как дурак думал, что чего-то стоит моя верность. Угу. Нет, главное, сколько лет этой Кате? Угу. Вот уйду с работы, у меня будет куча времени. И тогда я займусь всем и всеми. Яной, родителями, хозяйством. Подожди. Куда уйдешь? Куда уйдешь? Зачем уйдешь? Ты вообще меня слышала? А что должна была слышать? Какой смысл тебе что-то говорить? Ну, просто не надо говорить глупости. Да ты вообще, кроме своей работы, никогда ничего не замечаешь. Что значит «не замечаю»? Ну, просто, а что я, собственно, должен замечать? Ну, кроме своих проблем, что ты замечаешь? Я просто решил тебе рассказать, что у меня происходит, и подумал, что, может быть, ты меня выслушаешь. Это очень интересно. Мы пообщаемся, знаешь? Я готова тебя выслушать. Ну, так занята. Тогда не буду тебе мешать. Может, у меня тоже есть какой-то день. Что значит ничего не замечаю? То, что с нами происходит. А что я, собственно, должен замечать? Можно подумать, ты что? Когда я работаю по 10 часов, прихожу домой уставший, я что-то должен еще замечать. А, привет, ты там как? Это где примерно? Хорошо, все понял. Скоро буду. Оперативно.
О, привет. Привет. На секунду. Я сейчас. Сейчас, сейчас. Это она? Твоя девушка с велосипедом? А скажи, что она делает в твоей квартире? Ей просто некуда было идти. Ты хоть понимаешь, что подставляешься? Ты зачем ее домой привел? Ты вообще хоть знаешь, на что она может быть способна? В смысле? Но ты же не такой наивный! Она тебя на слабость разводит. А если с ней завтра что-нибудь случится? Я перед ней виноват. Предлагаешь мне забыть и сделать вид, что ничего не произошло? Я не предлагаю тебе все забыть. И хорошо, если ты будешь помнить и мучиться. В следующий раз будешь осторожнее и умнее. А что есть с моих мучений? Кому? Оле. Оле? Да, Оле. Она пострадала из-за меня. И что она получит? Сомнительные мучения, о которых никогда не узнает? А вы что-то раньше, я не замечала от тебя такой ответственности. Может, потому что я раньше не совершал ничего такого, за что мог нести такую ответственность? Ясно. Чего тебе? Чего ты трезвонишь? Мне Аню. Она здесь. Мне сказали, что она дома. Когда я вам звонил, вы сказали, что ее нет. Я бегал полгорода, обзвонил всех знакомых. Для тебя ее нет. Я не понимаю, если это из-за тарелки, то… Ты несешь. Ну, значит, не из-за тарелки. Аня, если ты здесь, выйди, пожалуйста, надо поговорить. Че ты кричишь? Че ты орешь? Хочет тебя видеть. Понял? Ты меня понял? Все, парень, пока. Она не хочет. Она не хочет. Так что уходи по-хорошему. Не устраивай здесь спектакли. То соседи повылетают. Я не понимаю, но мы же женимся. Ну, женись себе на здоровье. Только вот за тебя она никогда не пойдет. И знаешь что? Ты мне сразу как-то не понравился. Ничего. Справимся сами. С чем справитесь? С чем справитесь? С чем справитесь? Еще раз по двери ударишь, я выйду тебя с лестницы спущу. Так, что опять за переезд, а? Я мешаю тебе. С чего ты взяла? У тебя проблемы из-за меня. Да нет, это Лера, моя старая подруга, я просто забыл тебя предупредить. Слушай, ну правда, я тебе очень благодарна, но все равно мне кажется, что это неправильно. Я думаю, что я должна съехать. Давай я вещи все заберу попозже, когда найду квартиру. Ну правда, спасибо. Значит так, ты никуда не поедешь, пока мы с тобой и найдем тебе подходящую квартиру. Ладно? Все. Вот круассаны. Давай, тащи кофе. Он остыл. Ничего, я люблю холодный. Давай, давай. Садись. Слушай, ну правда. Сейчас посмотрим подходящие для тебя варианты. А вещи я тебе помогу перевезти. Ну. Все, никаких возражений. Справился. Удивляет одно. Как ты доехал на ней хоть куда-то? Ты что, не знал, что этим закончится?
Да вот, думал перевезти, да видишь. А твой гараж уже не годится для этого? Видишь ли, Егор, продаю мой дом и гараж, значит, так-то. Наш дом? Не, ну разделим, конечно, все поровну, по-честному, как говорится. Ну, а с другой стороны, зачем сейчас нужна вот эта домина? Если по отдельности мы с Любой будем. Это идея матери? Это моя идея. Да как же, не надо ее защищать. Ты хоть с ней говорил? Ты хоть знаешь, что она делать собирается? Так поговори. Уехала, не звонит, не знаю. Ну, где она? Ночует-то, где? А? Позвони. Да я пробовал, она трубку не берет. Ладно. Давай, давай, цепляй. Поехали. Ну, куда мне везти этот рухлядь? Давай поуважительней, почтенному возрасту. Это раритет. В гараж к тебе. Угу. А там разберемся. Это не папа. Я ему только что звонила, он еще на работе. Иди посмотри, вдруг Маша проснулась. Привет, можно? Привет, заходи. Ваня. Привет. Есть будешь? Нет, спасибо, сыт по горло. Что стряслось? Ты разговаривала с Аней? Встречалась с ней вчера? Вчера я… Нет. Только на юбилей. Тогда кто разговаривал? Кто-то из вас? Точно не я. Но, судя по всему, меня ты подозреваешь первой. Черт, что они, семейка. Зачем она нужна такая? Все только вредят друг другу. Так ты можешь мне объяснить, что случилось? Что случилось? А вот что случилось. Я вчера ухожу в институт, все хорошо, нормально. У меня есть невеста, мы любим друг друга. А возвращаюсь, ее след простыл, собрала вещи и уехала назад к родителям. А меня видеть не хочет, вот, вот совсем. И вот тут у меня возникает вопрос, а что случилось? А ответ приходит только один. Кто-то из вас постарался. То есть мы сейчас для тебя все одно целое, враги, да? Получается, что так. И вина лежит на всех нас. И на тебе тоже. Ты ведь один из нас. Как же вы мне все надоели, а? Не шуми, не шуми, Маша. Спит. Прости. Ты куда пошел? Банан, возьми, студент. Спасибо. Дурдом. О, смотри. А, и три кота. Хочешь трех котов кормить? И двух рыбок. О. Зато дешево. Нет, ну в этом нет необходимости. Это Тоня, моя сестра. Блин, я же сам попросил ее цветы полить. Сейчас. Ты меня, господи, напугал. Какими судьбами? Ты сам попросил цветы полить. А ты чего не уехал-то? Ну, передумал. Спасибо, Тонь, цветы под присмотром. Можешь отдать ключи. А позвонить, предупредить сложно. Я чуперлась-то. Ну да, это я
Лихо облажался. А что, не один, что ли? Поразительная догадливость. Тонь. То есть даже кофе не предложишь? Ладно, Тонь, ну что ты кофе в кофейне напротив не попьешь? Давай ключи. Больше никогда ничего, понял меня? Попросишь, считай, не услышала. Даже не надейся. Тонь! Я же говорю, из-за меня у тебя одни проблемы. Да нет, это у меня семья просто такая. Вот стоит о себе что-то рассказать, все, включается тревожная кнопка, начинается шум, гам, пыль, в общем. Слушай, ну это же круто. Ты как будто в центре круга. И, конечно, тесно, но если что, тебя спасут. Да, или потопят. А я всегда мечтала, чтобы у меня была большая семья. А что, у тебя небольшая семья? Нет. Mm. Так, что у нас тут? Привет, спрашивал уже? Да, спрашивал. Я наврала, что ты пошла ему за кофе, так что купить не забудь. Все непременно. За день ты такой достали. Так, стоп. Он же записал вчера свой номер. Не хочет Соне рассказывать, кто ее знакомый. Ну и не надо. Я сама все узнаю. Егор, но он на работе. Нет, я к тебе. Ладно. Я с вопросом. М? Как ты выжила в этой семье? В моей семье? Нет, в нашей семье. В нашей большой дружной семье. Сколько чувств. Ну правда, что ты сделала, чтобы тебя приняли в клан? А меня до сих пор не приняли. Разве ты этого не видишь? Я каждый день должна доказывать, что я имею право принадлежать к этому великому клану Лебедев. То есть это сложно? Сложно, невозможно. Лучше бросить всякую надежду. Не переживай, Вань. Она привыкнет. Если любит, она привыкнет. А тебе никогда не хотелось сбежать? Даже наша мама не выдержала. Ты слышал, почему она решила уйти? Она хочет свою жизнь обратно. Слушай, знаешь, я ничего про это не знаю. Прости, но мне надо сейчас бежать обратно. Я тороплюсь. Слушай, в четверг у Ярика соревнования. Приходи, он будет рад. Мы посидим, как раньше. Знаешь, никак не могу к этому привыкнуть. Вот вы все время ждете помощи от других, а сами как-то не торопитесь. Пока. До свидания. Всего доброго. Заметили, что рабочий день закончился? Благодаря вам я это очень хорошо заметила. Но мы же должны разделять наши полномочия. Разве не так? Вы опытный специалист с кучей достоинств. Это ваш шанс. Зачем вы вообще пришли? Я должен кое-что забрать. Берите то, что вам нужно, и идите. Думаете, я не знаю, что вы обо мне думаете? Надеюсь, что знаете. Только не все так однозначно. Если бы вам предложили работу, кто бы отказался? Вы должны были взять должность, которая вам по силам. А меня никто не спрашивал, у меня выбора не было. Все или ничего, знаете такое? Попробую еще потом не налажать. Если вы ищете документы по Soul Production, третья папка справа. Подождите.
спасибо. Пожалуй, для продолжения работы надо что-то перекусить. Не знаю, как вы, я очень хочу есть. Я тоже голодная. Ты чего, шушлые люди, а? То есть ты должна заплатить за аренду квартиры, угу, за коммунальные платежи, для того, чтобы они тебе предоставили возможность ухаживать за их тремя котами и кормить рыбок в аквариуме. Слушай, ну это абсолютно нормально. Хуже, когда ты заплатил в три конца за первый месяц, за последний, агенту 100% обязательно, а потом через месяц хозяин передумал, решил, что ему не надо сдавать квартиру. Пришел такой и выгнал тебя. И все, ничего не докажешь. Какой кошмар. Да. Все, пойдем-ка поедим. Вон возле дома отличный ресторанчик. Ресторан? Ну, не ресторан, ресторанчик. Но там вкусно. Слушай, ну, мы же около дома. Я могу приготовить. Я умею. Да? Да. Я капризный. А я хорошо готовлю. Пойдем. Игорь. Привет. Привет. А ты что здесь делаешь? Вот уж не думала, что стану одной из твоих девиц. Стерегу тебя под подъездом. Я сейчас приду. Лер, что ты исполняешь-то? Что у тебя с ней? Ничего, я ей просто должен. Это ты мне должен. Разве? Я ждала тебя, идиот. Однажды утром ты бы проснулся и понял, что жизнь проходит и все меняется. Только я одна с тобой. Всегда. Знаешь, Лер, жизнь так устроена, если сразу не сложилось, то, наверное, не сложится. А с ней сложилось? Сразу? Ну, мы же с тобой сейчас о нас говорим. Мне бы очень хотелось, чтобы речь шла именно о нас. Да, открыто. Ну что, есть свободные места, пап? Давай, располагайся. У меня все свободно теперь. Спасибо, спасибо. Как мы живем-то. Ну, все, что нужно для полного счастья. Спасибо. Вот. Соня позвонила Егору, рассказал все. Так что я в курсе. Твоя Аня. Да. Ну и как? Что считаешь, мне надо делать? Ты у меня спрашиваешь? Ну, я, конечно, отличный пример, это точно. Значит так, ты делай все, что делаю я, только наоборот. Я теперь в этой жизни понял одно, что в этой жизни я ничего не понял. Ну и что ты сдался? А что я должен доказывать? За что я должен бороться? Что я должен доказывать твоей маме, что у него была нормальная, счастливая жизнь? А ты знаешь, а я докажу. Ты ей ничего не докажешь, твоя мама это... Я говорю об Ане. Я докажу, что ей в нашей семье ничего не угрожает. Спасибо, пап. И правда, надо делать то же самое, только наоборот. Ну, хоть в чем-то пригодился.
Здравствуйте, это сестра Сони Лебедевой, Малининой. Слушаю. А вы не могли бы со мной встретиться? Это насчет Сони? Ага, на углу Вернадского и Малышева. Через час. Скажите, это вы только что звонили и бросили трубку? Я нет. Сорвалось. Зря я это затеяла. Я и сказать-то ему ничего не могу. Надо уходить, пока не поздно. Надеюсь, он меня не заметит. Подождите, стойте! Да подождите, куда вы? Стойте, стойте, подождите. Это же вы мне звонили, да? Извините, пожалуйста. Вы сестра Сони и Тони, правильно? О, извините, не знаю, о чем вы. Да, это вы, я уверен. Вы даже чем-то похожи, я правда не понимаю, чем, но похожи. Мы совсем не похожи. Ну хорошо, зачем вы хотели со мной встретиться? Это Софья, она вас послала? Нет, это я. Я хотела вас попросить, чтобы вы оставили ее в покое. Я не знаю, что у вас произошло, я не хочу знать. Но у нее есть муж, замечательный человек, и двое детей. Да, я прекрасно сейчас осведомлен. Ну, хорошо, значит, сами должны понимать. Ну, знаете ли, по-моему, это Софья решать. Что решать? Вы в своем уме? Сейчас главное, чтобы Слава ни о чем не узнала. Тогда, может быть, будет шанс, что все закончится хорошо. Для кого? Для меня? Причем здесь вы? Меня волнует наша семья. Знаете что, это смешно. На вашем месте, Аня, я бы сначала узнал, что произошло, и тогда бы вы не оказались в таком дурацком положении, как сейчас. Я и так догадываюсь. Вы ее преследуете. Может, она и купилась на ваш костюмчик и ботиночки. При чем здесь ботиночки? Я не знаю, что она вас нашла, но я уверена, что это случайность. Хорошо. Что Софья говорила обо мне? Не разговаривали мы о вас. Ну, тогда я вам настойчиво рекомендую, Тони, поговорить сначала с ней, потом позвоните мне и расскажите, что она вам сказала. Не буду я вам звонить! Да? Кто это? Это Марина, Соня. А где мама? Она не может подойти к телефону. Но я могу передать, что ты звонила. Вы что, лучшими подругами стали? Может, ты расскажешь, какие у нее планы? Что она придумала? Мне некогда, Соня. Что ты хотела? Передай ей, пожалуйста, что нам нужно встретиться. Если у нее будет время.
Хорош копаться, опоздаем. Опаньки. Ужас. Тебя забыла спросить. Догоняй. Ты не знаешь, где мама? Звоню, не отвечает. Не знаю. Она куда-то торопилась. Сказала, что завтрак на столе, и убежала. Па, а ты про соревнования помнишь? Придешь? Ты обещал. Соревнования? Ну да, конечно, помню. Ель, беги, а то опоздаешь. Черт, где же он может быть? О, это тебе? Вот дает. Дурак вообще. Вы друг другу подходите. О, как раз вовремя. Чаю? Печеньки? Печеньки? Вкусно-то, а? Почти как в детстве. Почти. Лучше, чем в детстве. Видишь, как печенье? А в моем детстве его бы уже не было. Ну, знаешь, как в большой семье не щелкай, как говорится. Не знаю. Я сирота. Я знаю, как в детдоме. Все, я уезжаю. Позвонила хозяину квартиры. Да? Это у которого коты или балкон забит? Балкон. Да? А ты не боишься, что он забит не просто так? И потом. Не-не-не. Ты так вкусно готовишь, что я тебя никуда не отпущу. Да-да, я хочу сделать тебя рабыней своей кухни. Шутка. А если серьезно, мы можем с тобой официальный договор заполнить. С паспортом для безопасности. Мой паспорт. Ты взял? Что тебе надо? Да, Сонь, ты права. Надо поговорить с мамой. Дозвониться бы до нее еще. Сонь, позже созвонимся. Продаем. То есть она до этого дошла?
если ты имеешь в виду твою маму, то она до этого не дошла, до этого дошел я. То есть ты хочешь продать дом, да? А не верю. Вот не надо ее защищать. Не нужно делать вид, что ты такой все понимающий и все прощающий. Да ничего я не понимаю, ничего, никому я ничего не прощаю. Господи, ну неужели вы не можете понять, ну не нужен мне этот дом без нее? Ну что вы хотите, чтобы я как пес сидел до конца своих дней в этом доме и потихоньку сходил с ума, что ли? Потому что до сих пор я не могу понять, что произошло. Поверь мне, не могу, может, ты мне объяснишь. Ну что же произошло? Соня, ну что произошло? Ну, пап. Я как думал, ну ладно, там что-то на нее снизошло, ну бог с ней. Ну, я решил промолчать, тихо отойду в сторонку, пусть там время пройдет, все успокоится, все, и жизнь, и пойдет наша жизнь дальше, как и шла. Да нет, видимо, я не знаю, а может быть, надо было устроить скандал, врезать ей как следует, нормально, по-простому, по-деревенски, чтобы запомнила на всю оставшуюся жизнь. Может, хотела та она, чтобы я там боролся за нее, сражался за нее. Вон Ванька-то. Тихий-тихий, вон он как сражается за свою Аню. А ты не знаешь, что у него случилось? Ты ушла от него. Его Анечка ушла. И он считает, что из-за нас. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Ну объясни мне, что происходит. Ань, ну открой окно, пожалуйста. Вань, уходи. Ань, что случилось? Объясни. Нет, пожалуйста, не закрывай окно. Вань, так лучше будет. Ань, кому лучше? Кому лучше? Еще никто не спрашивал? Уже заходил. Ну, конечно, именно сегодня. Ну, тогда что ж. Я сказала, что вы уже пришли, вышли и пошли в бухгалтерию. Сказали? Да. Спасибо, я... Не за что, ерунда. Мы же с вами в одной лодке. В прямом смысле этого слова. У вас все в порядке? Ничего не случилось? Да, ничего не случилось. В пробку попала, так... У меня дочка подросток, и этим, наверное, все сказано, да? Я еще помню себя в ее возрасте. Я сейчас удивляюсь вообще, как мои родители это пережили. Ну, как они пережили? Как вообще разговаривать с подростками? Я всегда думала, что если бы они со мной не разговаривали шаблонами, этими заученными фразами, я бы лучше их воспринимала. Ну, то есть, друзья, а не родители. Хотя что я лезу? Что я в этом понимаю? Нет, нет. Катя, спасибо. Мне действительно нужен был совет. И что она сделала?
Еще вчера были цветные волосы и конец света, а сегодня уже безумные мальчики-поклонники. И я с ужасом думаю, что ждет меня завтра. Сегодня я все утро бегал по городу, срывая безумные извинения на деревьях. Кто-то за что-то извиняется перед моей дочерью. Я пытаюсь сорвать их, а он так намертво примотал скотчем эти свои плакаты. Не оторвать, я как ненормальный. Кручу вокруг деревьев, бегаю, отмотать сам прилип. Прохожие стали останавливаться. Я думаю, слава богу, что попал на работу сегодня. Вот, извините. Соня! Привет, Лер. Привет. Что-то случилось? Надо поговорить об Игоре. Не знаю, к кому еще могу обратиться. Должна предупредить, я не имею на него никакого влияния. Никто не имеет. Ну, ты бы очень удивилась, если бы узнала. Зачем ты мне тогда позвонила? Документы мои верни. Ты мне кое-что должна. Забыла? Я тебе ничего не обещала. Короче, давай так. Либо ты, либо я. Решай. А то я сяду сюда на лесенке и поговорю с ней по-мужски. Припугнусь ли отца, а? Я сама. Сама? Даже не знаю, как тебе верить теперь. Короче, проштрафилась. Я все сделаю. Документы вернешь тогда? Ну, конечно, верну. Тебе вообще брал когда-нибудь? Все, вали давай. Слушай, обидно, что ты стала ко мне так относиться. Не понял? Ой, извините. Вы Оля? Да. Здрасте. Я сестра Игоря. Хочу, чтобы вы собрали вещи и освободили квартиру. Я только что слышала ваш разговор. Я не собиралась. Я так понимаю, что вам нужны деньги, и вы собираетесь получить их от Игоря? Нет. Я вам заплачу. Если вы думаете, что от Игоря вы получите больше, не обольщайтесь. Он тут же узнает, что вы аферистка, и наймет юриста. Я так понимаю, что вам будет сложно доказать, что вы попали под машину. Вид у вас довольно цветущий. Оля! Оль, я дома! Оля! Я нашел подходящий вариант. Разговор есть. Мне не по телефону. Да, хорошо, спасибо. До завтра. Слушай, Тонь, а ты куда вчера пропала? Что-нибудь случилось?
Не-не-не, все нормально. Да? Хорошо. Алло? Кто это? Знаете что? Не звоните мне больше. А с кем это ты так? Да, один тип. Знаешь, бывают такие вот, как будто им весь мир принадлежит. А-а-а. Такие вот все из себя, вот просто... Такие красавчики, да? И что этот тебе сделал? Мне ничего. Ничего? Совсем? Mm-mm. Поэтому ты и нервничаешь. Зайдете ко мне. Я? Антонина. Сейчас мне позвонил человек по Атланту. Сказал, что вы вчера у него не появились. Черт! Атлант! Нам это дорого может стоить. А где вы, собственно, были? Знаете, если вы не дорожите своей работой, мы легко можем прервать наше сотрудничество. А чего вы на меня так смотрите? Я не дорожу своей работой. Подожди секунду. Нет, не дорожу точно, определенно нет. Антонина, я не шучу. Так я тоже, Валерий Михайлович. Я дорожу своей профессией, которой сейчас не занимаюсь, но не работой. То есть раньше, когда была хоть какая-то надежда, что я получу возможность работать над проектами в качестве архитектора, заметьте, а не девочки на побегушках, был хоть какой-то смысл. А теперь, знаете ли... Ну что там? Ну, говори. По-моему, я уволилась. В смысле? Ты же вроде не собиралась. Да, не собиралась. Но, знаешь ли, держи, держи. Прекрасно. Я сегодня в ударе. Папа, я у дома, у нашего дома. А это правда, что дом продается? Все уже в курсе. Нет, не все, я не в курсе. Что вообще происходит? Я приехала, хотела поговорить с мамой, с тобой, а тут дома уже нет. Извини, что я сказала Соне. Нет, ну а что я должна была делать? Пустить все на самотек? Ты сказала Соне? Ну, я... Как же я сразу не догадался-то, а? Конечно, как Соня могла не влезть?
А я смотрю как-то странно. Вот прихожу, Оли нет. Вещей Олиных нет. Даже записки не оставила. Конечно, если Соня берется за дело, то ни у кого нет ни малейшего шанса. Она просто сделала то, что должна была сделать. Что? Моя сестра сказала Оле. Я не знаю, что она сказала Оле. Послушай, если ты хочешь, чтобы между нами сохранились хотя бы какие-нибудь отношения, ты мне скажешь. Я не знаю, что она сказала Оле. И вообще, мне как-то не очень интересны с тобой какие-то там отношения, идиот! Могу я узнать, где ты была? Я должна отчитываться? Нет, не должна. Я просто хочу понять, что происходит. Ничего. Просто захотела спокойно посидеть, подумать. Это что, проблема? Ты чего-то хочешь? Я хочу нормальной жизни. Или ты считаешь, что у нас все хорошо и никаких проблем нет? Я сегодня подумал, когда мы выбирались в последний раз все вместе на природу. Помнишь, что в лесопарк ездили? Сразу говорю, я никуда не поеду. Никогда не любила грязь, комары. Может, тогда в кино, но вместе. Вместе? Зачем? Слушай, ну мы не разговаривали 100 лет. Ты выросла, я даже не заметил, когда. Пора нам узнать друг друга. Что у тебя происходит? Где? В школе? В школе, и мама говорила, что видела. Конечно. Говорила. Ничего она не видела. Слушай, ну в этом нет ничего плохого. Если у тебя появился мальчик, мы просто хотели бы познакомиться с ним. Да как же? Никого у меня нет. А что это за призывы на деревьях? Я откуда знаю? Я ничего не видела. Знаешь, я действительно хотел по-хорошему. Хотел по-дружески, но ты не даешь мне шанса. Тогда будешь сидеть дома, понятно? Не слушает. Да просто ужас. Совсем распоясалась. Ты вообще заметила, что с ней невозможно ни о чем разговаривать? А я одна должна была замечать. Давай по-честному. Ты не работаешь, сидишь дома. На хозяйстве и на воспитании. Я работаю и жду только одного, чтобы в семье поддерживались какие-то нормальные человеческие отношения. Мама как-то справлялась, хотя детей у нее было больше. А ты подумал, какой ценой ей удавалось поддерживать эту идиллию? И вообще, на самом деле, нужна ли была эта идиллия? Если есть проблемы, которые не решаются. Какой ценой? Да она уделяла нам время, вот что. А ты... Я вообще не знаю, чем ты занимаешься. Вот сегодня где ты была? Я на работе, а ты где? Что толку тебе говорить, если ты вообще меня не слушаешь? Очень даже слушаю. И хочу услышать ответ на свой вопрос. Где ты была? Что ты молчишь? Я не буду продолжать разговор в подобном тоне. Я устала. Все ответы завтра. Зашел, что ли? Ну уж не зашел. Дед, ко мне пришел? К тебе! Ко мне? Тебе тоже! А я хочу, чтобы только ко мне. Ну? Так несправедливо. О, а что тут несправедливого, а?
все. Чего? Одни концерты последнее время. Не знаю, что с ней делать. Ты то не говорила, что дом продается? Или вы не разговариваете? Я думала, что кто-то другой скажет. Ты проходи, проходи. Вот. Хорошо, что приехал. Ну, что я могу сказать? Очень толковый отчет. Отправляю на печать. Спасибо. Если бы не вы. Да бросьте. Я только со статистикой помог. Остальное это вы сами. Да. Диаграммы, отчет. Можно расслабиться. Как дела у дочери? Удалось поговорить? Да, удалось. Хотя, честно говоря, не очень. Ну, за ваш совет я очень признателен. Не переживайте, мы в ее возрасте все немножко ежики. Да? Конечно. Да. Сейчас приду. Так, все, зовет. Все, спокойно. Да. Мои инструкции помните? Еще раз. Не волноваться. Не поддаваться на провокации вроде. Это все? Вот так все лучше. Все будет хорошо. Спасибо. Я так понимаю, ты не на вареники с вишней пришел, да? Судя по всему, ты тоже. Что ты ей сказала конкретно? Вот я то же самое хотел бы знать. Потрясающе. Не понимаю, о чем вы. Да все ты понимаешь. Да. Можете не кричать в моем доме. Кто кричит? Я кричал? Он не кричал. Он тоже не кричал. Я хочу знать, что ты сказала Оле. Кому? Она знает, кому. Что ты ей сказала? Тебе это какое имеет отношение? А вот самое непосредственное. Что? Что-что? Что ты сказала Ане? При чем здесь Аня? Вот только не надо, а. Ты должна пойти извиниться перед ней и загладить свою вину. Почему я всегда во всем виновата? Потому что ты всегда лезешь не в свое дело, всю жизнь. Ты можешь хоть раз поступить как нормальный человек. Вот ее адрес. Так все надоели. Так, дети, даже если Соня что-то сделала... Так я ничего не сделала. Я никуда не ходила и ни с кем не разговаривала. Да? И даже с Олей? Что ты от меня хочешь? Я, конечно, не настаиваю, но если ты и дальше собираешься называться моей сестрой... И моей? Вот именно. Пока, пап. Дурдом. А что за Оля? Да, что за Оля? Пойдем, выйдем. Сейчас, пап. Значит, она ушла. Ой, только не надо, пожалуйста. Я знаю, как ты умеешь быть убедительной. А знаешь, особо убедительной не пришлось быть. Я просто стала свидетелем одного разговора, из которого стало понятно, что это твоя Оля. В общем, все понятно, что ей нужно было. Угу. Что? Игорь, она пыталась воспользоваться ситуацией. Ей нужны были деньги, она их получила. Ну, отменим. Как? Она же меня ничего не просила. Я сам поехал, нашел. Она взяла деньги, Игорь. Понимаешь? Обещала, что снимешь квартиру с забитым балконом. Зачем пришел? Так
проверить, соблюдаешь ли ты условия контракта. Коты накормлены? Рыбки живы? Правда, что ты взяла деньги? Да. Зачем? Я бы тебе дал. Я перед тобой виноват. Я должен заплатить. Зачем эта игра? Мне кажется, у тебя была игра. Благородство. Да нет! Мне-то казалось, что я поступаю правильно. А у тебя был план, да? Да. Интересно, а что было бы, если бы я тебя не нашел? План, не план. Какая разница? Я взяла деньги. Это факт. Все. Это был план твоего дружка, да? Слушай, как мне надоели все. Все такие умные. Все знают, как жить, и учат. Все хотят правды. Она никому по факту не нужна, потому что в нее никто не верит. Да какой правда? Этому хватит? Напомните, что у вашего сына сегодня вечером соревнования. Ну что? Получилось. У меня получилось. И все благодаря вам. Так, это надо отметить. Никуда не уходите. Тебе пришли. Здравствуйте. Здрасте. Вот, присаживайтесь. Можно на «ты»? Что-то случилось с Ваней? Не знаю. Ты мне скажи. Вы о том, что мы расстались? Почему? Ну, я же не просто так сюда пришла. Ваня-то, например, думает, что это я в этом виноват. Что? А вы здесь при чем? Не знаю. Может быть, потому что ты сказала? Я ему такого не говорила. Знаете, я ему вообще... ничего не говорила. Он такой. Такой. Не поймет. Послушай, меня сегодня настоятельно попросили не вмешиваться в чужие дела. Но, может, я пойму? Расскажешь? Добрый день! Рады приветствовать участников городских соревнований по карате! Йой! Ичи! Ни! Сан! Ичи! Ни! Сан! Ичи! Ни! Сан! Ичи! Ни! Сан!
Богослов, соберись, сосредоточься на цели. Я проиграла. Я видел. Хорошо, что всем остальным все равно. И никто этого не видел. Я вообще не хотела сюда ходить. Папа хотел. Знаешь, тебе надо заняться тем, что интересно тебе, а не твоему папе. Тогда будет совершенно все равно, пришел кто-то тебя поддержать или нет. А что мне интересно? Ну, этого я не знаю. И папа не знает, и мама, и Яна. Это единственное в мире, что знаешь только ты. А по поводу поражений не переживай. И на нашей улице перевернется грузовик с апельсинами. Из нас может получиться отличная команда на брудершафт. Я просто не знаю, что мне делать. Я хочу уйти, а меня не пускают. А этот козел... Так, спокойно. Иди и найди ванну. И запрись там. И говори адрес. Сказал, что знает их. Кто он? Генка, мой парень. Кто из них был Генкой? Никто. Мы поссорились, и он ушел. Козел. Ладно, сейчас я тебя домой закину. Меня мама убьет. Там было несколько коктейлей, и я выпила. И что ты предлагаешь мне сделать? Ты можешь меня, пожалуйста, к себе отвезти? Себе так себе. Столько родителям твоим наберу. Странно жизнь устроена. Вот если не заморачиваешься, все тебе само дается, как на тарелочке. А стоит хоть раз задуматься, зачем, почему ты чего-то хочешь. Все, облом. В какую дверь не постучись, заперто. И чего ты захотел? Да неважно.
Чего бы не захотел. Фиг я это получу. А кто такая Оля-то? Оля? Теперь не имею ни малейшего представления. А ты что пришел-то? За советом. Что мне делать? С Аней. Ты пришел за советом ко мне, да? Ну, значит, дела плохи. Ну, то есть, типа, я твоя последняя паршивая надежда, да? Да. Вообще ты прав. Мне нужно загладить вину перед одним человеком. Дождись меня, ладно? Я же сказала, все в порядке, и она побудет у меня. А меня не приютишь? Тише ты! Заходи. Выпил, что ли? Яна спит. Ну, потому что мне домой как-то... А, слышь. Слушай, ну нехило, нехило. Ты кто такой, а? Слушай, где она? Кто? Ольга. Кто? Ты, походу, не понимаешь. Короче, ты мне сейчас даешь денег, но не ту мелочь, которую мне Ольга хотела втюхать. Сам понимаешь, что это не пойдет. А я забываю, что ты переехал мой подружка. Ты вообще понимаешь, к кому ты пришел, а? Слушай, ну судя по тому, как ты здесь живешь. Ты здесь живешь, денег у тебя хватает. Можешь спокойно заплатить за свои косяки. То есть кто-то переехал твою девушку, и ты чисто для себя хочешь за это бабки, да? Ну, во-первых, не кто-то, а ты. Ну ты и сволочь. Давай выходи отсюда. Слушай, успокойся, а? Давай, давай. Что ты? Проваливай, а? Ты нормально вообще? Я тебя сейчас лисьей засорву. Ты что, идешь? Мужики, вы что? Все, вызываю полицию. Успокойся, говорю. Выпей, тебе станет лучше. Лучше? Это невозможно. Лучше мне еще никогда не было. Господи, ты даже на себя не похож. И что плохого, что я не похож на того забитого, дерганого идиота? Я сейчас такой... Странный. Счастливый. Не, я не могу на тебя такого смотреть. Ты так говоришь, как будто со мной что-то плохое произошло. Может, наоборот, произошло оно хорошее? И ты напился. Не напился, а выпил. Это разные вещи, заметь. Выпил за начало новой жизни. И что же такого хорошего с тобой произошло? Поделись. А то у меня вон только одна гадость в жизни. Никогда не думал, что скажу это. Но Соня была права. Надо вырываться из колеи. И мама была права. Надо менять жизнь, когда чувствуешь, что уже болото. И уже все. Все вот так. Простроено под линейку. Понимаешь? Ты тоже, тоже вырывайся. Может, надо Марине позвонить? А может, она даже не заметит, что меня нет дома. Она живет в своем вот таком мире. Я все-таки позвоню. Марин? Привет. Извини, что так поздно. Я просто хотела сказать, что я... Марин?
Марин, да что ж такое? Да, Марин, я просто хотела сказать, что Яна и Егор останутся у меня. Нет, не Ярик. А ты где вообще? Она не дома еще. Да, не волнуйся, Егор просто колесо пробил. Да, и да, все нормально. Ладно. Мне как-то показалось, что она даже обрадовалась, что вы у меня останетесь. Вот видишь, она даже не заметила, даже не заметила. А как там Ярик один дома, это нормально? Но она же вернется домой. Ну, наверное, уже поздно звонить, спрашивать. Черт. Не попал к Ярику на соревнования. Сегодня? Я тоже. Блин. Я ж обещала Марине прийти. Вот почему она со мной так разговаривала. Голова болит? Да нет. Просто мысли всякие дурацкие одолевают. Например? Мне всегда казалось, что семья — это самое ценное. А посмотри, что кругом творится. Ты про родителей? Угу. Да и я хороший. И пошел к Ярику на соревнования. Янка совсем от рук отбилась. А моей жене, судя по всему, все равно, где мы и что мы. Даже не позвонила. Ну что, едем? Мне это все не нравится, Егор. Если всегда делать только то, что нравится другим, никогда ты сам не будешь доволен жизнью. Спасибо тебе. Кадышу? Да. Пойдем.
Вот. Вот она может все подтвердить. Он ее переехал. Нет. Ты что, сдурел? Оль, ты чего? Да он мозги и запудрил. Я его впервые вижу. А этот забрал мой паспорт и не отдает. Можете разрулить? Конечно, можем. Не отдаст, мы его тут 15 суток держать будем. Простите, мне надо позвонить. Кому звонить? Брату. Па! Сашка, ты чего не спишь? Рано еще. Па, ты мне честно скажи, мы ведь Машку ему не отдадим? Машку? Кому? Ну, тому, другому папе. Он когда приходил, сказал, что хочет ее забрать. Когда это было? Когда ты это слышала? Посмотри на меня! Посмотри на меня! Где ты видела этого второго папу? Ну, посмотри на меня! Дома. Ну, ладно, не у нее надо спрашивать об этом. Прости. Иди. Иди, иди. Не пройти сюда. Я пойду. Вы останетесь? Ну, да-да. Тут, если что, рожок для Машки. А Соня где? Не знаю, где Соня. Так. И этого только еще не доставало. Лер. Это все, да? Пойми. Ты цепляешься за то, чего нет. Ведь если вдуматься, мы вместе по привычке. Конечно, это проще, чем что-то изменить. А что ты хочешь изменить? Я тебя знаю 100 лет, но что надо тебе? Скажи мне. Я не знаю. Но точно не это. Прости. Доброе утро. Да, доброе. Так, а где приложение к договору? Я помогу. Ага, нашла, так я и думала. Вряд ли я была в смертельной опасности. Стоп. Извини. Извини. Давай я скажу. Егор, посмотри на меня. Егор, посмотри на меня. Давай сейчас все обсудим, потом будет сложнее, хорошо? Это произошло случайно, извини. Хватит извиняться. Расставим все по своим местам. Мы люди взрослые. Я не свободна, ты, кажется, тоже.
У нас хорошие отношения, но это работа и все. Просто была минута. Думаю, ты знаешь, что нравишься мужчинам. Да, но они обычно держат себя в руках. Ну, значит, я еще недостаточно протрезвел. Кажется, именно в этом дело. Я забыл занести. Берите его. У меня мало времени, буквально минута. Поэтому я хочу тебя спросить. Я тебе нравлюсь? Что? Хоть капельку. Потому что... Потому что ты мне очень нравишься. Я взяла деньги. Да это пустяки, это я решу. Нравлюсь? Ты стала бы со мной встречаться? Да, нет? Да? Отлично. Тогда еще один вопрос. Он вернул твой паспорт? Никита? Я не знаю, как его зовут, и знать не хочу. Да. Отлично. Тогда не забывай кормить котов и рыбок, чтоб тебя больше не выгнали из квартиры. Я больше не хочу тебя разыскивать по всему городу. Берете? Что? Просто скажите, берете мой проект или нет. Я знаю, что я вроде как бы уволилась, но я даю вам последний шанс. То есть, если я вас правильно понял, вы уволились? Mm-hmm. И даете мне последний шанс, чтобы я взял вас обратно? Именно. Оригинально. Знаете, Антонина, я потерял уже всякую надежду, что вы когда-нибудь проявитесь. А? То есть я в деле? Марин, помнишь наше место? Нет, Ярик не со мной. Подожди, что? Да. Уточните, пожалуйста. Уточните, да. Я потом вам перезвоню. Да, спасибо. Марин, успокойся. Расскажи по порядку, что случилось. Ярик не был в школе, так? Значит, он прогулял. Мы дождемся вечера, он вернется. Откуда? Откуда он должен вернуться? Я думала, он с тобой. А Тоня сказала, что он должен быть дома. Господи, я даже не знаю, был он дома или нет. Ты не видела его? Нет. Меня не было ночью дома. Я даже не знаю, где он, Господи, не знаю. Ты должен был встретить его после соревнований. Я не был на соревновании. Погоди. Ты тоже не была. А где была ты? Его никто не видел. Это ты виноват. Это ты во всем виноват. Ты где-то пропадаешь все время, я виноват?
Я бы сама от вас сбежала. Ты думаешь, он сбежал? Я была бы не удивлена. Все, все, я иду в полицию. Все, я иду в полицию. Черт. Ну? Да. Да, я понял. Это не Ярик. Не Ярик. Ванька попал в участок за драку. Я найду его. Я обещаю, с ним все будет в порядке. Что, предпочел бы сидеть в обезьяннике, да? Я не тебе звонил. Теперь будешь голодать, и хлеб из моих рук не возьмешь. Я причина твоих бед, да? Так ты была у Ани. Ну, представь себе, была-была. Я не виновата, что ты такой идиот. Что там у тебя с твоей Германией? Ты действительно была у Ани? Ты с ней виделась? Что она сказала? Ты что, правда намеков не понимаешь? Это ты во всем виноват. А не я и не папа римский. Вы можете меня выгонять. Но я буду здесь каждый день, пока Аня не поговорит со мной. Если я сделал что-то не то, то я хочу хотя бы знать, что именно. Согласитесь, я имею на это право. Знать, чтобы потом исправить. Значит так. Я даю тебе только одну попытку. Ясно? Уедешь в Германию. Я имел в виду вместе с тобой. Ваня, я не хочу ехать. Понимаешь, я не хочу никуда ехать. Я хочу бы ехать. Без тебя никуда не уехал. Да, ты бы остался со мной, конечно. Конечно. Конечно, но я не понимаю. Ты же видела мою семью. Я думал, ты готова за 3-9 земель бежать, чтобы спастись от них. Ваня, Ванечка, а ты представь, если бы никого рядом не было, если бы наш ребенок рос один. Но до ребенка мы бы вернулись из Германии. Не думаю. Ребенок будет жить в большой и безумной семье. А вот, кстати, она. Да, Егор? Да, конечно, выпустили. Я был на соревнованиях. Ярик ждал тебя на соревнованиях, но ты не пришел. Да нет, я не нагнетаю, просто говорю. Что случилось? Ваня. Ребят, Ярика вчера не видели после соревнований? Нет. Нет? Я вижу. Вон там на остановке. Где? Вот там? Да, на остановке. Хорошо, спасибо. Пап,
Я тут, знаешь, что подумал? Если вам уж очень надо продать этот дом, то его куплю я. Ну что, деньги у меня есть. Ну, если ты, конечно, цену не заломишь. Пап. Что случилось? Надо Сонечку найти. С детьми посидишь? Со всеми? Я вообще-то пока только на дом решился. А что с Соней? Да я думаю, сама расскажет, если созреет. Пап, ты какой-то нервный. Все в порядке? Ничего не в порядке. У нас ничего не в порядке. Нам до порядка как до луны вон. Посоветоваться-то не с кем. Ты не с кем. Да ладно. Пап, да посижу я с ними. Нам не о чем с тобой говорить. Ребят, Слава. Ребят, мне кажется, что вам нужно спокойно выяснить отношения. Я пойду погуляю с девочками. Нет, ну серьезно, мне не сложно. Я думал, что не справлюсь, но я отличная нянька. Мне не сложно. Конечно. Посидеть часок-другой с чужими детьми никогда не сложно. Сходи погуляй. Собирайся, я тебе это припомню. Я нашел его. Да, да, все хорошо. Марин. Марин, мы едем. Ты сбежал? Надо было разобраться. Разобраться? С тем, чего я хочу. По-настоящему. Понимаешь? Папа нашел его. Все в порядке. Обещай мне, что ты ничего не будешь от меня скрывать. Я должна все знать. Все. И все хорошее. Все плохое. Обещай мне. Обещаю. И я обещаю. Марина, мне нужно, чтобы вы подошли ко входу в 10-ю больницу на Мира. Скажи всем.
Что, все так серьезно? Не отвечай. Наверняка это твой отец. Я даже знаю, о чем он хочет с тобой поговорить. Он хотел предупредить тебя о том, что я знаю о Машке. Я знаю о Машке. Интересно, что ты знаешь? Потому что я ничего не знаю. Серьезно? Хочешь поиграть в покер? У тебя нету в рукаве ничего! Сашка спросил у меня, почему у Машки два папы? Она видела его, когда он приходил сюда. И то, что он хотел забрать ее себе. Хватит, не надо. Вот и все. Какое это имеет значение? Что? Ну что, ты будешь любить ее меньше? Ты будешь смотреть на нее по-другому. Ты что, хочешь сделать меня чудовищем в этой ситуации? Ты на нее смотреть даже не можешь. А я думаю, что с тобой не так? Я прочел кучу этих книг о послеродовой депрессии. А дело, оказывается, в том, что ты что, чувствовала себя виноватой? Я стал для Машки и мамы, и папы, хотя не являюсь никем. Это жестоко даже для тебя, Соня. Ну, объясни мне, почему? Почему ты осталась со мной в этой ситуации? Не ушла к нему тогда? Объясни мне, надо знать, иначе я сойду с ума. Я не знаю. Я не знаю, что делать. Я не знаю, как поступить правильно. Я не знаю, что будет, если я сделаю шаг влево или шаг вправо. А ты знаешь? Всегда знал. До этого момента. Ну, значит, тебе повезло. Да, пап. Да, я знаю. Зачем Марина хочет встретиться? Нет, я не могу. Я не могу сейчас. Хорошо, я сделаю эту единственную вещь. Алло. Привет. Марина и тебя позвала. Что-то происходит? О, что происходит, где Марина? Интересно, собрание? А у нас традиция. Ничего не понимать и ничего никому не сообщать. О! Клан Сопрано. Ну что, все в сборе. Для чего?
поняла, мы должны идти за ней. Она здесь? Кто здесь? Ваша мама. Поверить не могу, что ты ничего мне не сказал. Ладно, остальным, но мне. Ну сколько можно об этом говорить? Просто я не могу этого понять. Это была просьба твоей мамы. Здравствуй. Добрый день. А Егора нет? Я знаю. Я к тебе пришла. А это передашь всем. Ну, когда все, ты понимаешь. Главное, никому ничего не говори. Даже Егору. Я поняла. А что говорят? Какие прогнозы? Сказали, чтобы я постаралась решить все свои дела, не откладывая на завтра. Да что это за врачи такие? Они вообще не должны были так говорить. Нет, ну нет, я им очень благодарна, я умоляла их сказать правду. Потому что если уж нельзя продолжить жить, то надо как-то хотя бы подготовиться. Зачем весь этот спектакль с разводом? Почему никто не должен знать? Не хочу, чтобы видели меня жалкой, беспомощной. Не хочу, чтобы мучились, страдали. Пусть уж лучше злятся. Значит, я не в счет. Нет, Марин, если ты откажешься, я пойму, ничего страшного. Послушайте, а где вы живете? Квартиру сняла. Чушь какая-то. Последние дни осознать. Бороться надо. Вот что. Бороться со смертью бессмысленно. И потом я уже все решила. Не хочу никого беспокоить. Нет. Я уж точно не буду сидеть сложа руки. Нет. К кому вы ходили? Мне нужна полная информация. Пожалуйста, посмотрите. У нас сделано все. Пожалуйста, посмотрите. У нас сделано все обследование. Все свежее, все анализы свежие. Посмотрите, пожалуйста. Вот это очень, вот, да, это очень важно. Посмотрите, у нас мы все выполнили. И здесь подтверждение есть все. Здравствуйте. Мне необходимо записаться на прием к Богушевскому Анатолию Борисовичу. Запись к Богушевскому производится его ассистентом. И где я могу его найти? На третьем этаже, но не сегодня. Спасибо большое. Говорю же, не сегодня! Женщина, вернитесь! У меня хорошие новости. Нас берут. Сначала проведут терапию, потом операция. А, бегу, потому что надо договориться по поводу палаты. Без разговоров. Все должно быть по высшему разряду. Подушка, конечно, никуда не годится. Ничего, я домой забегу, принесу другую. Ну что, расположились? Да, спасибо большое. Вот это необходимо купить. У нас внизу аптека. Да? А вот за этим придется побегать. Не везде бывает. Хорошо. Сергею Николаевичу привет передавайте. Да-да, конечно, конечно. И вам тоже он передавал.
кто это, Сергей Николаевич? А я знаю. Ну, наверное, кто-то очень важный. Ну, а что? Пришлось импровизировать. Да-да, не могу до него просто дозвониться. Передайте, пожалуйста, сегодня у его сына соревнования. Это очень важно. Да, да. Спасибо, спасибо. А вот и я. Документы в регистратуру, и пусть как можно быстрее готовят операционную. Так, все, постойте. Постойте. А что, что? Давай, езжай. Пожалуйста, все, все, можно все, мне... все, дальше нельзя, дальше там... нельзя. Сейчас там будет операция. Ага. Ага, хорошо. Да, не поняла. Что случилось? Не поняла, кто? Все останутся у тебя? Хорошо, хорошо. Скажи мне, а Ярик где? Ярик у тебя? Подождите, подождите. Сейчас, нет, я не дома. Извините, сейчас. Я не дома, я... Хорошо, что все у тебя. Простите, скажите, пожалуйста, что она, как она? Подождем до утра. Да-да, я слушаю. Хорошо, что все у тебя. Ага, спасибо. Ну что, как вы? Лучше не бывает. Ой, как я за вас испугалась. Как я испугалась. Со мной все хорошо, вот ты устала. Тебе надо поспать. Иди домой, детка. Отдохни. Алло, да-да. Ярик? Как не был в школе? Как? Не был в школе? И я поняла. Все зашло слишком далеко. Сюда звонить. Это ты мне? Неважно. Сонь, ты что хотела? Я... А, я уже выхожу. Игорь сказал, что по делам, а потом забирает Ваньку. А Егор уже дома, как я понимаю. Давай, не опаздывай, я уже в дороге. Угу. Я боюсь, что вам даже не удастся выехать со двора. Ну что, преследуйте меня. Что вы вообще себе возомнили? Это вы сделали?
Ты с ума сошли? Клянусь, это не я только что подошел. Ну, вообще-то вы обещали мне перезвонить. Во-первых, я вам ничего не обещала. Это раз. А два, я спешу, мне некогда. А тут... Я подвезу. Куда вы? Ну, никаких разговоров. Вы подвозите, я заплачу. Потом. Потому что у меня сейчас нет денег. Но только так. Заманчивая перспектива. Давайте уж пойдем. Я сама. А машина там... Прошу. Не может быть. А вы как думали? Прошу. Ты уверен, что знаешь, что делаешь? Прошу, мадам. Что вам сказала Соня? Я так и знала. Остановите машину, я выйду. Это я просто задал вопрос. Чего? Конечно, вы просто задали вопрос. Вам же никто не может отказать. Мы сейчас не об этом. Об этом, об этом. Вы же думаете, что все по-вашему происходит, да? Ну, не все покупаются на этот ваш вид и этот ваш взгляд, к вашему сведению. А Соне все хорошо, без вас. Ага. Ага. Сейчас нужны кому-то лишние проблемы. И разговаривать с тобой я ни о чем не хочу сейчас. Ну что, к вечеру, думаешь, доберемся? Доберемся. К какому вечеру? Можно уточнить? Обнадежил. Чем вы вольные птицы, хоть на море рванем, как я завидовал волнам, бегущим шумной чередой. Ну, к ногам, конечно, речки. А, ничего, полетим? Да. О, поехали. Так, 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 так. Дорогая моя, ну не надо так уже. Что ж ты так? Совесть-то у тебя есть, а? Ладно, сейчас мы это все дело попробуем. Подождите, пожалуйста. Ай! Фуф! Не автомобильный. Ой-ой-ой. Ну что ты на машину-то злишься? Скажи про меня, говори. Что сказать? Про меня говори. На машине-то не отыграешься. Про меня скажи. Да ладно, кому это надо? Мне надо. Я еще живая. Ладно, перестань, все. Говори. Ладно, сейчас скажу тогда. Вообще-то, честно говоря, я не понял. Не понял. Что у тебя там зрело в том месте, где у нормального человека находится голова? Я не знаю. Я до сих пор этого понять, ну, извини за выражение, не могу. Ты что думал, что я сбегу, что ли? Или заласкаю тебя своей этой жалостью? До тошноты, да? Чего ж ты на Маринку-то все навесила, да? Я должен был быть на ее месте-то. Ну, ладно, дети не знают. Ну, не знают и не знают. Ну,
И шут с ними. Ну, пусть живут в неведении. Но я-то, что же я тебе сделал-то, а? Или что я тебе не сделал в этой жизни? Что ж ты так мне не доверяешь-то, а, милая моя? Ух ты! Только не надо, я знаю, какую лапшу ты приготовила, чтобы повесить мне на уши. Я жалею тебя, ух ты, я добрая. Да не добрая ты, не жалеешь ты, что ты жертву ты из себя строишь-то. Да не жертва ты! Полжизни ты хотела у меня слямзить! Не получится! Не получится. Все? Да вроде все. Полегчало? Ну, есть маленько. Ну, тогда давай заводи свой драндулет. Поехали. Да не едет он. Ну, я ничего не знаю. Ты меня обещал домой доставить. Вперед. Там ключик такой есть, торчит. Ух ты. Знаю я все про ключик. По часовой на счет три. Готово? Да! Давай, раз, два, три. Да нет, на счет три. Раз, два и три. Молодец! Молодец! Ой, ё-моё! Давай быстрее. Пока не передумала. Пока не передумала. Стоп, а куда вы заехали? Да это вы уже заехали, дальше некуда. Да я о дороге, смотрите. Так, поворот пропустили, пока вы тут на меня... Черт, ну мне срочно туда надо. Да спокойно, сейчас вернемся, чего вы? Не понимаете, я должна туда успеть. Не надо туда успеть. Да ладно, что с вами? Остановите машину. Тихо, тихо, остановите. Тихо, спокойно. Чего остановите. Вы? Все, 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 останавливаю, спокойно. Что с вами? Что случилось? Мы сегодня все собираемся. Все вместе. Всей семьей у родителей дома. И все будем делать вид, что все офигенно, весело и хорошо. И как это выдержать? Как? Все знают, что мама... умирает. И послезавтра операция. Это вообще может быть наша самая последняя встреча.
Уж мне. Ты нужен. Нет. Не прошу прощения, нет. Просто будь со мной рядом. Просто будь. Будь всегда рядом. Пожалуйста, я прошу тебя. Представь, что вот нет. Нет прошлого и нет будущего. Пожалуйста, будь рядом со мной. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Марин, помнишь наше место в парке? Да. Я был там, то есть видел плотину. Я смотрел на нее и думал, черт, да чего же хорошо было. Что-то случилось, Егор? Я уволился, послал все к черту. Прости меня. Прости. Ничего. Ты найдешь другую работу. Лучше. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Да, мы обязательно придумаем. Главное, чтобы мы были вместе. Ну, ты как? Я думала, только по утрам такое будет. Но сейчас мне лучше. Давай, отдыхай. Давай, аккуратно. Там топчетесь. Давайте, идите к нам. Спасибо, что разбудили. Комары у вас злые какие, а? Богушевский говорит, что прогноз очень хороший. Тоже не спят. Давай поближе. Ну, к нам. Марин, иди поближе. Ой. Жалко, что темно. Я бы вам свой проект показала. Мы здесь сделаем 5 пристроек. Mm-hmm. Ну, так что у каждого вроде свой дом, и тут общий. Ну, почему меня никто серьезно не воспринимает? Я вам сейчас покажу. Принесу и покажу. Сиди. А у меня новость.
Я скоро стану папашей. Ладно, так держись. Что все делают вид, что как будто бы не знали? Ну, прости, дорогой. А я уж больше не буду папашей. Или рванем. Ждите пополнения.